Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я вот сижу в машине, отправляюсь в налоговую. Хочу там забрать квитанции. Вроде слышала, что до 1 декабря уже нужно все оплатить. В общем, как получу, все вам расскажу. Дальше я поеду в Воронеж. Итак, дорогие друзья, зашла я в налоговую, а они там принимают только по предварительной записи. Все процессы теперь ведутся на сайте на самом. А я вот приехала вам показать у нас в Рамоне парк, который парк и детская площадка. Сейчас вам все покажу и расскажу. При входе на детскую площадку нас встречает вот такая великолепная карета. Это у нас карета пользуется огромным спросом для фотографирования. Вот так она выглядит симпатично. Вот с таким именным гербом. Можете посмотреть внутри, со скамейками она, со шторочками. Но шторочки, они такие металлические, антивандальные. Вот такая красивая карета. Это у нас дом культуры, сахарник называется. Вот такая зеленая скульптура в виде оленя. Растут березки, всякие культурные растения. Имеются скамеечки. По-моему, такие я вам уже показывала в парке Айдаровского сельского поселения. Ездят машины, поэтому может быть громко. А вот и сама детская площадка. Вот так она выглядит. Качельки, горки всякие для детей. Все такое новое, хорошее. Такие клены растут. Но они, видно, не простые какие-то. Культурные тоже растения. Такие красивые клумбы. Можете видеть вот такой слоник, спускаться детям с горочки. Паровозик. Как красиво. Песочница. Это, наверное, приспособление готовит маленьких детей к полету в космос. Крутится. Проверяет вестибулярный аппарат. Такие елочки, медведь такой прикольный.
Имеется также сцена в этом парке, куда приезжают всякие тоже артисты. Там джаз у нас проходит. В общем, вот такой парк можете видеть перед собой. Гуляют мамочки с детьми. Так, это у нас еще скульптурка зайчика с елочкой. Это вид медведя сзади. Вот там через дорогу это парк от замка Ольденбургской Ольги. Вот можете видеть, я вам немножко покажу. В следующий раз сделаем туда экскурсию. Все очень красиво, ребят. Канатик даже есть вот такой. По нему забираться, видно, браться за него и забираться на горку. Детям очень интересно это все. Вот. Ветер сегодня сильный, но день теплый, в принципе. Вот такие зайки с елочками. Вот такие, ребятки, у нас здесь достопримечательности в парке. Можете видеть. Кафе, клуб. Даже есть вот такой какой-то танцпол. Можете видеть сзади меня. Небольшой. Карета издалека видна. Классная карета, правда? А мы с вами медленно продвигаемся к выходу из детской игровой площадки и подойдем поближе к оленю. Вот такой замечательный олень северный. Вот такой он прикольный, пушистый. Надо же, как сделали красиво. Эх, запрячь бы этого оленя вот в эту карету и прокатиться. Ой, по улицам. Дорогие друзья, я заканчиваю свою экскурсию по детскому парку. Пишите комментарии, кому что понравилось, кого что интересует.
с вами прощаюсь. Пока-пока.